Здравия всем! Вы находитесь на канале Марка Елены Дерегетти. Мы находимся с вами на перевале, который называется Лукуманью. Зимой обычно здесь закрыт перевал, потому что много снегу. И чистить бесполезно. Этот год малоснежный. Смотрите, какое небо чистое. Голубое-голубое. Если видно, конечно. Потому что мне в камеру не видно. Мне видно так, без камеры. И вот люди приезжают, потому что здесь ветрено практически всегда. Вот такие вот у них штуки. Как Марка говорит, это воздушный змей, но большой. Ну, я что-то не знаю, как им пользоваться. Как-то так. Да, надо избавляться от этого как-то так. Это точно. Там летят самолеты. Здесь стоят автомобили. А вот Маркушка радио слушает. И смотрит. Она смотрит. У нас снега нет, но мы вот приехали сюда полюбоваться вот такой вот природой. Едем дальше. Такая вот у нас субботняя прогулочка 29 декабря. Опять я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья, удачи, долгих лет жизни. Зарисовочка с Лукуманью. О, боже. А, снимают тоже видео. Да, как разбогатеем, тоже такой же себе возьмем аппаратик. Вот он, мужчина в красной куртке, которая запускает... Очень красиво здесь. Глаз радуется. Видите, что вода не замерзла. На улице плюс 3 градуса тепла. В общем-то тепло, но ветрено. Желаю удачи. До следующего видео. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на наш канал. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Что знаю, отвечу. Что не знаю, узнаю.